Эй, с тобой Раймер Плей. Ну чё, видосы давно не выходили, но на то, конечно, свои причины были. Сейчас, в общем, собственно, вам об этом расскажу. Все, что надо, в общем, поясню. Так, давайте, значит, с чего начать? Наверное, начну сейчас по списку читать. Так, значит, первое, собственно, где видосы? Но видосы, в общем-то, не выходили по той причине, что была куча всяких небольших, скажем так, дел, собственно, ну, помимо работы еще, на которую ходишь каждый день. Хотя делать это, конечно, лень. Но, собственно, в общем, помимо этого, короче, какие были траблы? Ну, во-первых, дерьмо погода, потому что, блин, дождь молотит так по карнизу, что, короче, записывать видосы тупо невозможно, потому что на записи голоса остается вся вот эта вот барабанная дробь. Плюс еще соседи 2 дня назад, блин, музыку слушали в течение суток, задолбали, блин, реально. Тоже, опять же, тот же самый геморрой. Ну и плюс еще есть некоторые нюансы, собственно, которые заключаются с самим Ютубом, а именно с его глюками. Так как он то видосы, блин, короче говоря, не хочет загружать, потому что он не может страницу загрузки отображать. То людей, блин, постоянно после выхода моих видосов отписывает. То опять что-то подписывает. Я не знаю, короче, что там происходит. Но, в общем, до сих пор, короче, все у него глючит, лагает. И хрен, что с ним происходит, никто не понимает. В общем, такая жопа. Просто вообще. Дичь. Ладно, так. Кстати, да, если мне тут на днях партнерку будут подключать, то вы наверняка будете отблок включать. Так что имейте это тоже в виду. Скоро мы получим такую вот ерунду. Так, теперь по поводу, собственно... Так, про соседи я сказал, про глюки я сказал, про видосы почему не уходили, тоже прям в одной теме. Так, что у нас дальше? По поводу, кстати, да, игры Dayen, короче, пока я ее не записываю, так это только потому, что она мне почему-то дико лагает. Я не знаю, блин, почему, я пытался разобраться, но, собственно, не могу пока записать ее, потому что, блин, она дико лагает. То есть я пока лучше подожду, собственно, каких-то других обновлений, и потом ее запишу. Так, значит, по поводу, наверное, давайте выхода еще, кстати, вот видосов по поводу багов, глюков и приколов, то есть вот этих вот именно видосов, где я делаю подборки, потому что, наверное, многие из-за них-то, собственно, и подписываются. В общем, делать я их буду, но пока что не так часто, как хотелось бы, потому что это одна из причин, по которой я сейчас еще видосы целую неделю не выпускал, так это потому, что я материал по 2 сразу играм собирал, так как надо, собственно, подборочки эти собрать и, в общем, что-нибудь из них годное создать. Но, в общем-то, выходить эти видосы в любом случае будут, поэтому волноваться по этому поводу вам не стоит. Ну и, соответственно, что касается дальнейшего выхода сейчас видосов, я вот сейчас, короче, как закончу эту подборку, в общем, делать, тогда я возобновлю, в принципе, нормальный поток видео, думаю, так что не парьтесь. И со мной дальше пока что оставайтесь. Ах да, чуть не забыл сказать, я еще решил веб-камеру взять, так что мы скоро будем видосы с вебкой писать, и, собственно, вы будете за моими эмоциями наблюдать. Ну и к тому же, сможете убедиться в том, что я, собственно, на ходу сам все вот это вот сочиняю, и никакими там перезаписями аудиодорожек я не страдаю, то есть, ну, в общем, сами все увидите. И, кстати, еще раз по поводу отписок. Блин, просто канал мой иногда проверяйте, там на колокольчики нажимаете. В общем, не забывайте, окей? Ну все. Лайк поставь и подпишись, и все будет зашибись.